Полиция начала проверку по факту нападения на ребенка в металлургическом районе Челябинска. Местная жительница сняла на видео, как взрослый схватил школьника и попытался куда-то утащить. Вы что делаете? Вы что делаете? Ай-яй-яй. Я сейчас полицию вызову, вы слышите меня? Все случилось на улице Пети Калмыкова между домами 11Б и 11А. По словам очевидцев, мужчина мог быть в алкогольном опьянении. Люди говорят, что видели, как он якобы хватал мальчика за шею и будто бы куда-то тащил по снегу. Ребенка спасло то, что он стал кричать. Вокруг собрались прохожие. Но задержать его никто не решился. Теперь личность этого мужчины предстоит выяснить полицейским, а также узнать, зачем и куда он хотел силой увести ребенка. Кстати, напомним, на этой же улице, но у дома 7Б в январе произошел подобный случай. Неизвестный заманил 11-летнего школьника в подвал многоэтажки, а потом обнажил перед ним свой половой орган. Школьник испугался и убежал, обо всем рассказал взрослым, а уже они заявили в правоохранительные органы. Со слов мальчика был составлен фоторобот подозреваемого в педофилии. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Педофила ищут. Также продолжается розыск этого мужчины. Он пытался надругаться над 11-летней девочкой, которая шла в школу. Педофил преградил ей путь на улице Кирова и достал свой половой орган. Перепуганная девочка убежала и обо всем рассказала маме и полиции.